Это мы выходим на соседнюю улицу. На Поздняках. Вот мы до сих пор обходим этот дом. О, какой бык стоит. С яйцами. С причиндалами. Корова с выменем, что ли? Зачем бык? Корова дает молоко. Ну, наверное, это корова. Предположительно. Да, Киев — это достаточно современный город. А? Домик? Ну да, есть немножко. Есть немножко. Делеверские компании выжимают с каждого метра земли, с каждого клочочка земли по максимуму процентов от застройки. По максимуму процентов прибыли. Делать ничего не остается, потому что все хотят сверхприбыли, все хотят зарабатывать, работать, давать работу, находить работу. Поэтому все крутится не только вокруг жадности и вокруг возможностей тоже. Строиться в Киеве больше негде, по большому счету. Но осталось немножко Троещины, собственно, а там уже граница Киева. Поэтому строят там, где хоть как-то могут. Хоть где-то есть какие-то квадратные сантиметрики. А что скоро, конечно, и клочка земли свободного не останется, и квадратный метр земли в Киеве с каждым годом будет расти. Все больше и больше. Будет дороже и дороже. Вот так, поэтому квадратный метр — хороший капиталовложение. Да, поэтому квадратный метр — это хорошее капиталовложение при наличии возможностей.